На главного белорусского вора в законе Александра Кушнерова, известного в криминальной среде как Саша Кушнер или же Пальто, завели дело за нападение на бойца спецназа во время задержания в Минске. В отношении Кушнерова возбуждено дело по статье 364 «Насилие либо угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел УК Беларуси». В настоящее время он находится на свободе под подпиской о невыезде. Отмечается, что за последний год Кушнера нередко задерживали на его сходках, но затем почему-то отпускали. 17 февраля в Минске Кушнеров отбивался от спецназа ножом. Он сопровождал двух представителей российского криминального авторитета, обеспечивая их безопасность во время пребывания в Беларуси. В дальнейшем один из россиян должен был вместе с ним лететь в Турцию для так называемой коронации. Несмотря на оказанное сопротивление, трое авторитетов были задержаны и помещены в изолятор. Александр Кушнеров был коронован в 2011-м кланом деда Хасана. Противовес белорусским авторитетам Александру Тимошенко, Тимохе и Дмитрию Галееву, Галею. Впоследствии Кушнеров занял лидирующую позицию в криминальном мире Беларуси, но веса в уголовной среде ему это не добавило.